Всем добрый день. Созрели, я опять снег нападал. Мы с Ильюшей поехали в город по объявлению насчет принтера. Плинтела. Вчера мне знакомый позвонил, говорит, Настя, там объявление выложили, вот поехали. Тайсон, ты видел видео в контактах, как волки разорвали собаку? Охренеть. Во дворе прям собаку разорвали. Да, Тайсон, скажи, дядя мой, Тайсон, хороший мальчик. Дай бог, чтоб на тебя тут волки не напали. Ой, все, опять завалило все. Опять все завалило. В целом, мы идем на автобус. Едем в город за принтером. Всем привет. Нет. Маша постаралась. Ребята, мы сегодня с Ильюшей уже съездили в город. Что-то у меня все лицо пятнами какими-то. И взяли принтер. Ну такой. Потом вам покажу. Катя с Машей у меня. Маша, ты куда ходила сегодня? На Гугу. Расскажи, что там интересного было. Мы забегались на Гугу, потом пускались возле елочки и кухали. Да. Они сегодня, короче, классом, да, гуляли? Классом гуляли. А Катя у нас ходила в первую школу, так как она заняла в каком-то конкурсе, да, Катя, первое место ты у нас, ей вручили кулек. Сейчас я вам покажу, что за кулек, но кулек очень тут интересный, вот, красивый, большой, и сейчас посмотрим с вами. Так, вот такой вот кулек, подожди, вот такой вот кулек Катя получила. Она тут, оказалось, что тут книжка даже какая-то, как будто бы, да? Не-не-не, Ваня, подожди. Марина, сделай телевизор потише, Катя. А то я ничего не слышу. Первое, что она отсюда достала, это вот такая вот штучка. Тут новогодние разные страны. Что-то делать надо, да, Катя? Угу. Ты потом сделаешь, нам покажешь, что там получается. Тут вот елочку собирать надо. Держи. И сейчас посмотрим, что у нее в кульке. Ну что, готовы? Угу. Раз, два, три. Конфеты, да. Сказка. Давай посмотрим. Подожди. Это мармеладки. Тут есть также вафельки, шоколадка. Шоколадка Степ. Ни разу не видела такую шоколадку. Да, раскраска. Это Катина. Печеньки, да. Да, по одной. Берите. И вот такая вот. Катюша молодец. Да, Катя? Многие удивляются, то, что мы всегда вот так вот, получается, разбираем конфеты. Но мы всегда делимся, у нас нет такого, чтобы это Ванины. Ваня себе их выбрал, Маша у него. Фу, это что такое за фу? Ну вот такие вот конфетки детки будут кушать. Сладкий подарок, закладка для книг, раскраска антистресс, изучаем. Ну, да. А вот, сзади, смотрите, показано даже, что внутри, тут пазл есть. Потом закладки всякие такое. Вот такая вот коробочка красивая, очень интересная. Огромное спасибо за такой подарок. Дорогие друзья, хотела вам показать принтер. Мальчики что-то всю штору не открыли. Потому что я знаю, что будете спрашивать. Вот там вот принтер мы взяли, но он без картриджа. Но картриджи мы уже с Ильюшей заказали. Вот такой вот принтер в целом. Так, все он на работе, только вот картриджи мы заказали. Тут у меня у Вани одежда лежит, которая ему на вырост. Ботинки, которые нам прислали, надо убрать их на улицу, там в шкаф. И пледы с одеялами запасные. Цветы у Егора. В комнате Егор сам их поливает. Вон эта доска, которую сломали, они так все еще он не вынес. Ну, сейчас ему напомню, чтобы он вынес. Егор, по идее, сам их поливает, но я сегодня немножко полью. Тут специальная аллеечка, на аллеечку уже эту помыть. Вот этот вот цветок, мне кажется, вот посоветуйте, что быть, вот смотрите, вот здесь вот совсем слабенький, да, и мне кажется, их обрезать надо уже, листики. Напишите в комментариях, как думаете, потому что, ну, вот что-то совсем, как к зиме пошло, смотрите, вообще слабенькие листочки стали. А этот, вон, наоборот, хорошо расти начал. И к зиме, вон, новые листочки, видите, появляются очень много новых листочков. Но он у меня нынче не цвел, и этот тоже, вон, много листочков новых появляется. Надо будет на следующую весну их пересадить. На улице у нас мороз, окна, видите, опять все запотели.
Пятна вытирать. Интересно, на окнах сырость есть? Да, есть. Вон, влажность есть. Надо опять идти вытирать. Так, в целом, все хорошо. Да. У мальчиков тут тарелки, как всегда, у Егора. И Шуша тут стоит. Да, Шуша? Опять ты отодвинулся. Шуша, ты опять припираться надо, ты тут насвинячил. Да. Ладно. Вот такой вот у мальчиков комната. Гитара. Егоркина. Егору все спрашивают, когда же ты нам сыграешь на гитаре. Но Егор пока только может одну песенку играть. Но и то он никому не показывает. Всем доброе утро, дорогие друзья. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Я сейчас сделаю деткам чай и буду прибираться на кухне. Будем что-то готовить, кушать. Будем готовить, кушать. Я сейчас устраиваю. Сейчас пока запаривается чай. Так, Марина, оденься. Посуда грязная опять немного. Чистая и грязная все вместе. Так. Сейчас разберу всю посуду. Работы на кухне много, всегда хватает. Хватает всегда работы. Так, это для очисток постоянно. Картошку чистим. И прибираешься с утра и до вечера, до самого. Так, сухарики это я курям собираю. Все дети накидали все, а сами убирать за собой не хотят. Я, видимо, немножко простыла, что ли. Кипяченой водой всегда делаю чай. Развожу. Егор пошел дорожки чистить. У нас сегодня минус 11 градусов на улице. Морозит немного. Егор дорожки чистит. И сейчас дрова будем таскать. Взяли мы печку, уже затопили. Осталось кухню затопить и кушать поставить, варить. Сейчас что-нибудь приготовим. Что пока готовить буду, еще не знаю. Но детки просят рыбный суп. Из рыбной консервы суп. Поэтому, скорее всего, будем из рыбной консервы суп. Ладно, оставайтесь со мной. Сейчас я здесь поубираю немного и потом к вам вернусь. Так, прибрала на столе. Сейчас хочу направить водичку, чтобы яблочки помыть. И сюда положить, чтобы были мытые все. Некоторые пишут, вы фрукты вообще не покупаете, что ли? Нет, ребят, мы покупаем, просто я тогда на видео не засняла то, что я брала. У нас, как бы, всегда дома есть яблоки. И стараемся, чтобы лимоны были всегда дома. И изредка апельсины, потому что апельсины не все едят. Так, чистое полотенце приготовила. Сейчас буду мыть яблочки в тепленькой водичке. Видите, какая у меня с утра прическа вся в разные стороны. Еще пока не до прически. Да? Конфетки хотите? Сейчас достану. Как у нас дети едят конфеты, спрашивают дети, да? Я даю просто кулек, они высыпают на койку, выбирают, кто какую хочет конфету. На. Вот так вот они у нас и едят. У нас конфеты всегда здесь в доступности. И они так кушают. Что мы будем делать на Новый год? Дома будем сидеть, праздновать. Поэтому еще пока не знаю, что будем делать. Ну, у меня раз картины, что мы заказывали, мы решили их в каникулы будем раскрашивать. Еще их не начинали даже раскрашивать, поэтому будем раскрашивать в каникулы. Номера, да, игры начнем какие-нибудь. Поиграем. Все, вода у меня не нужна больше. Сейчас обтеру и положу вот в эту вот штучку, чтобы дети всегда могли взять и поесть. И будет лежать на столе. Дети захотят и поедят. Кто захочет, уже зато будут мытые, чистенькие. Напишите, вы также можете, или это у меня только такой бзик по яблокам.
Я их стараюсь в горяченькой водичке. Не сильно холодно, только горяченькой. Вот. Сегодня будет у них только яблоки. Надо в магазин сходить, апельсин купить. Что я закупила к Новому году? Да пока еще ничего путем не закупила. Еще ничего не покупала. Ждем, надеемся, что у мужа зарплату дадут к Новому году. Так, что будем готовить? Рыбный суп дети хотят. Сельдь. Так, вот такие вот две баночки сельди достанем. Значит, ой, господи, эти соусы. Так. Кашу варить вам молочную или суп молочный? С чем-нибудь. Ребята, вам суп молочный варить какой-то? Суп молочный какой-то варить или нет? Молочный. Какой? С чем? С рожками, с вермишелью, с рисом? Вермишелью. С вермишелью все-таки? Ну хорошо. Так, ладно, сейчас все приготовлю и вернусь к вам.